Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр, мы продолжаем гомыскить в БНС, поползем дальше по сюжеткам, посмотрим, что почем, где что прячут от нас, какие тайны, интриги, расследования в рамках данного беспредела и царства мы увидим. Что ж, принцесса Пун обожает облизывать гарпун. Так. Конечно, будем работать вместе и богатеть вместе, потом ты меня кинешь. Все классика жанра, настоящий бизнес. В действии, прикрывающийся за какие-то моральные устои и прочее. Что можно еще сюда приплести? Ну да ладно. Не будем о печальном и грустном. Пойдем дальше, посмотрим, что кого почем. Что ж. Ой, межфаска. Сейчас, загрузончик. Веселый загрузончик надо будет вытерпеть. Ну что ж, что поделать, придется. Никуда мы не денемся, тихонечку надо ползти. Так, я так подозреваю, наверное, все, кто со мной когда-то еще начинал, там уже, наверное, просто супер-пупер одеты, прям мега, светится, как новогодние елки. И только я один такой бегаю тут, с 47-го. Ну ничего, тогда же интересней, лично для меня. Кому как, да? Кому как. На вкус и цвет фломастеры разные. Поэтому посмотрим, к чему нас приведет такое медлительное прохождение и такой прям, можно сказать, никудышный катч. Так. Конечно, интересно все-таки докачаться до максимального, но я просто боюсь, что произойдет эффект перенасыщения. Это нет ничего хуже, когда ты перенасыщаешься чем-то. Потихонечку теряешь интерес к этому. Не-не-не, я не о грустном. Я о том, что факте, что надо смаковать моменты и наслаждаться ими. В принципе, мне очень нравится, как сделана сюжетка, и мне очень хочется ее пройти. Реально сюжетку пройти, проползти, посмотреть. Я даже ролики перестал пропускать в том количестве, как обычно. Поэтому посмотрим. Ой, дверь у нас закрыта. Надо туда было пробраться. Вот еще бы запас выносливости был бы побольше, было бы вообще шикарненько. Прям супер-пупер. А то как-то не очень. Не очень меня это воодушевляет. Каким-то подвигом ждать, пока все это у меня откатится. Смочим ножки маленько. В каком-то веке помоемся. Так, ну вот почти я дошел до межфаски. Давай. Давай, сюда, давай. Ну, не будь бякой. Ну, что ж. Фух, добрался. Мои булочки удачно добрались. До новой локи. Сейчас она прогрузится. Кстати, с этой стороны я еще не проходил. Ну, я же по левую часть. Получается, это у меня будет, грубо говоря, восточная часть. Это западная часть дороги. Вот я по западной проходил, а не по восточной. Казармы эмиссаров. Здоровы, эмиссары! Чего вы такие все грустные? Однако. Так, надо карту позырить. Ага. Я что-то сейчас поймал себя на такой интересной мысли, а там вообще вот был проход? Или нет? Ладно, чё я мудохаюсь? ТПшность, наверное. Просто как-то стало сейчас не по себе. А вдруг там можно было пройти, а я не открыл эту локу. Ладно, сейчас мы все узнаем. А то так бегать. Не очень мне охота. Хочется хоть кого-нибудь побить, пойти попинать. В коем-то веке. Почему бы и нет? Однако. Почему бы и нет? Чтобы что-то сделать, нужно пойти и просто, собственно, это сделать. Тогда это будет сделано. Как бы сказал капитан Очевидность. Я просто его процитировал. Вот. Так что сейчас мы посмотрим, что ж меня там такое эдакое ждет. Так. Ну давай. Давай. Что, не прогрузились или что? Министров через канаву. Что, министров через канаву? Где канава?
Канава. Ау. Вызываю канаву. А, может, про эту речь идет канаву. Оу. Мощная канава. Загрузка за загрузкой. Ну надо же. А то я так соскучился по загрузочному экрану. О чем все время один и тот же? Где нам новые картиночки, какая-нибудь реклама? Там по принципу не пинай моба в одного там. Сделай это толпой дружный и веселый. Ну хорошо. Не хотят мне ничего интересного сообщить по этому поводу. Сейчас как возьму и нырну обратно. Уйду от тебя, Бяка-бука. Все. Успокойся бегать. Хорошо. Чалдат. Ах уж этот солдат. Солдафон. Ах ты солдафон. Блин, а этот по-любому меня заметит. Этот без вариков. Чё там за движуха? Ну вот, мне придется с ним как-то взаимодействовать, защищать его. Рукожоп. Сейчас собрал-то всю кучку. Ах, мудила с Нижнего Тагила. Поговорка такая, ребят. Ничего личного. Так. Все, поговорить с тобой надо. Что ты мне предлагаешь? Сцепить усыпляющим дротиком, привязать его к столбу. Держи. Так. Я такой мелкий, так таскаю его так легко. Капец, как будто он ничего не весит. Что теперь? Пинать его? Пытать? Давай подключим это аккумулятор к крокодилам, а крокодил к соскам. И будет классно. Нет? Ну ладно. Спит солдат с плящим дротиком и запереть дверь казармы. Хорошо. Давай, дротик. Дротик, давай. Возьми, говорит, дротик. Ты дай мне дротики. А, в коробочке. Все. Ясно. Работаем. Сказано, сделано. Нет! Мать твою! Срань господня и прочие демоны. Все, меня убили. Твою маму. Как так, а? Ой. Ням. Вот тебе и делай, да, перерывы. Между записями. Сразу отвыкаешь, ленишься и становишься очень невнимательным. Вот я рукожоп, а? Ну блин, все опять по новой. Почему нельзя было меня просто подождать около той казармы? Было бы здорово, замечательно, мило. Так, хорошо. Где ты там, несчастный? Пошли. Знаю, что он сейчас опять солдафонов на себе навешает. Я буду виноват. Тик. Ну. Будьте атакованы, какое счастье. А вон он, карманник. Побежал туда к солдатам. Нихера себе. Ширк и все, и нету башки. Ха. Жестко. Однако. Теперь понятно, почему меня так быстро убило. Какая грозная баба. Так. Право на промах, это точно. Тихо. Хоть на пол смотри, блин, чтоб не дай бог на F-ку не нажать и не юзнуть. Скилл. Собственно, из-за скилла-то я его и заагрил.
Хорошо. Все, потихонечку сюда поползем. Тек. Где-то там несчастный. Давай в этот раз сделаем все-таки все нормально и правильно. А то как-то мне надо не очень хочется повторно умирать. Готово. Цепляющий дротик. Чпок. Что нахер не надо брать? Так, цепных псов. Хорошо. Так, я не могу. А-а-а! Мои булочки не протискиваются. Тогда здесь обойдем. Ладно, он уже тут. Здорово, мужик. КТ. Грызи их. Грызи их, что есть силы. Представь, что это китикет. Вперед! Дадим просраться врагу. Готово. Все, ползем дальше. Разбить ящик с оружием, выстрелить светильник из ружья и поджечь гору ящиков. Ни хрена себе. А что еще посложнее, ничего не придумали? Что так легко-то все? Так. Давай мне огнестрелку. Так, тыч, готово. Отлично. Что дальше делать, мужик? Давай. Да ладно, серьезно что ли? Прям таки можем дальше идти. Какой праздник. Однако. Так. Побежали. А чё, никого нету? Все типа смотрят, как там горит. Кстати, на огонь-то приятно так смотреть, когда он горит. Однако. Ах, они маленькие укурки. Так. Куда ты меня ведешь, мужик? Что дальше делать? Да. Через тоннель под амбаром. Ай. Ух ты, ни хрена себе. Туннельчик. Серьезный такой, однако. Не халабала. Кстати, где он там? Че ползет так долго? Ау! Тут нифига себе сколько. Охрана-то, ё-моё, и что делать? Да уж. Дям-дям-дям. Тык. Клик, клик. Покликаем. Так. Не, ну реально, чё он так долго, а? Что это за шум? Стража! Прикол. Так, надо убить их всех. Хорошо. Сказано, сделано. Сейчас займемся их жалкими душонками. Душонками-тушонками. Дэв, бой. Сделаем царапки. Лапки-царапки. Ну-ка, заинтригуй-ка их. Красивыми глазками. Вот и все. Да-да-да. Вот и все. Так, еще, да, элитник. Вот там остался. Разочек другой. Поинтригуем их кишонки. Кишанчульки. Пока их будем царапкать. Никто не пройдет мимо меня. Все так говорят. Типа, по-моему, какой-то босс где-то тоже такой же кричал. Я что-то припоминаю. Только вот не помню уже где. Но где-то крик такой знакомый. И голос тоже.
такой же был, однако, глава стражей. Посмотрим, какой ты главный. Все, готово. О, плюшечки. Так. Теперь надо с ним перетереть пару вопросов. Ого, он сколько кирпичей надел. Так. Отлично. КТ, что ли, хотели обмануть? Ща я вам обману КТ. Действительно, откуда они взялись? Кто бы это мог быть? Какая неожиданность. Вообще, прям. Еще типа якобы шпиони. Шпионы-шампиньоны. Так. Чё-чё, перетёрли с тобой задачку? Ну и хорошо. Ух ты. Отправиться в дом удовольствий. Ну нифига себе заявочка, да? Что ж, ты пышнемся, пожалуй, туда. Почему нет-то? А. Окей. Поехали. Ты пышнемся разок-другой. А то как-то своим пешком мне не очень охота туда идти. Это очень долго, нудно, неинтересно и совершенно невкусно. Поэтому маленечко я упрощу себе задание. Однако. Так. Какие-то шпионы, заговоры, интриги. Я же говорю, настоящая программа, прям максимум. Как раньше прям была, вот по НТВ, по-моему, если не ошибаюсь. Там вечно мужик какую-то хрень нес. Типа того. Прыжок. Так. Какие люди в Голливуде? Вася, ты как сюда попали? По-моему, сюда пускают всех, кого не лень. Кого не попадя. Кому не лень пробраться, тот и тут. Кошмарики. Ёжики, уёжики. Так. Ты чё за пьянь такая, как всегда? Кошмар. Одни алканавты. Поднимись на второй этаж дома удовольствий. Чё я там увижу, плойку? Новую, или там Xbox вместе с плойкой. Плюс еще и классный прокачанный ПК. Да-да-да. Ага. Надо губу закатать, а то сейчас споткнусь об нее. Тут пусто. Что же это за дом удовольствия такой? Дом удовольствия без удовольствия. Шикарно. Круто, здесь охранники есть. По-моему, я ошибся дверью. Возможно, мне надо было в другую комнату. Мужики, я вообще-то не на такое удовольствие рассчитывал. Ну ладно. Как говорится, хрен с вами, ребятки. Ай-яй-яй-яй-яй. Безобразие. Согласен. Вообще прям безобразие жесточайшее. Как такое может быть? Яны бугай. Окей. Алло. Что ты? Вы пьяный? Да нет, пока что вроде не был пьян. По крайней мере. Если молоко или чай или кофе считается за алкогольный напиток, то значит я, наверное, пьян очень сильно. Беспробудно. Пьянствую кофе. Так, ну ладно. Окей. Чё за очкарик? Окей. Чё он жиробасик по жизням, однако, а? А сколько хпшечек было? Все, теперь умер. Чё нельзя было просто там идти? Обязательно был здесь. О, здорово, мужики. Чё делаем? Скучаем? Вау, со спины еще напали. Ну, конечно, бравые парни. Конь в пальто. Кто же еще? Чё такие тупые вопросы задавать? То не ясно кто. КТ, займи парнишу.
А я пока ему спинку расцарапаю. Вот и все. Поехали дальше. Тайный дневничок. Что-то как-то не очень-то он тайный, раз я легко его прочитал. Вы, мужики, как всегда. Вовремя. Однако. Жезл горя мне дали. Погоревать немножко. Ну, Наташа. Какое счастье. Так, правится храм северных ветров. Где это? Ну чё, ты пышнемся, пожалуй, ребят? Почему нет-то? Так, надо новые отчётчики во что-нибудь вкачать. Я уже забыл, куда хотел. Но надо же. Бывает же такое, однако. Вроде сначала был план, потом отвыкаешь от него, забываешь и... Опа! Приехали. Сразу приехали. Так. Нет. 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 Не это. Не это. Где-то что-то с котом я что-то смотрел. Хотел. Проспект скорби. Нет. Нет. Не это. И не это. И не то. Удар. Еще удар. Нет. Красбантиком. Нет. Кис-кис весь прокачан. О. Так. Вот это прикольно. Не знаю, что это. Сколько это эффективно. Так. Вокруг персонажа. Что, попробуем? Парение. Ну, это все у меня и как бы да есть. Ты. Тихо. Выучить. Так, следующая стадия. Какая хпшечка, да, будет? Хорошо. Круто. Ну вот, все. Что тут надо? Тьмой. Поговорить с пораженным тьмой. А где он? Мужик, ты где? А, вон ты где. Хрена себе. Здорово, несчастный. Фига тебе дымок несет. Дымоганчик. Чё, давай призванного духа убьем сначала. Разок-другой. Самую малость. Самую малясечку. Так. Опачки, пры. Ну какой кузнечик, а? Попрыгай-ка. Попрыгай-ка, да? Лохматая гайка. Я знаю, что это никак не связано, но не важно. Это не имеет значения. Так. КТ, иди разберись, пока он с тем. Да. Там поцарапайтесь друг с другом. Обменяйтесь любезностями. В небо подкинь разок другой. Вот и все. Так. Окей. Чё, еще двоих, да, осталось? Что ж, хорошо. Так. Вот последний. Последний валяется. Угу. Полегче. Откуда появился? Бяку-буку. Такой эдакий хитрый парниша. Так, теперь чё? Здорово, несчастный. Харе тут бегать, топтать. Газон. Что ты опять хочешь от меня? Сражаться с демонами, пока все воины Большой Восьмерки не перенаправятся по драконьей тропе, а потом поговорить с вот этим Мадыном. Не буду говорить, с чем ассоциируется и рифмуется у меня его имя. Да ладно. Что, мне сюда прыгнуть тоже можно, да? Нет? Может, все-таки можно? Демоны идут! Живьем брать демонов! Может, не надо звать? Может, и так пойдет? Так, тоже, в принципе, хорошо.
Разве нет? Так, у населения благодать начнет скоро. Да ладно. Так, веселые ребятки. Маленькие веселые ребятки. О, какой огромный. Вау! Царапкать меня будешь? А зря. Затем я позову Конмару. Так мне насрать, зови кого-нибудь. Лишь бы ни одному здесь оставаться. А то будет скучно. Скучно и печально. Так. Отлично. Окей. Готово. Какие люди в Голливуде появились? Который хотел меня пристрелить? Или нет? Просто похож. Хотя, чему я удивляюсь, что у них у всех текстуры друг на друга похожи. Однако. Ну да ладно. Давайте его пороняем парочку раз. Так будет веселей. О, другое дело. Еще немного. Теперь очередь Чинуна. Чинуна. Ну ладно, ничего себе. Вася, загнул, какие страшные слова. Куда они все убежали-то? Ну, ладно. Вы сами тогда бегают, решают вопросы, а я здесь потусую. Мне и так хорошо. Однако. Так, тут маленечко надо навести порядок. Это сюда. Так, это тоже сюда, то, что я унесу с собой в банкиру. Так, о, ребятки пришли. Приветики. Я вас немножечко поубиваю, вы не против? Самую малясечку. Так, нежно, аккуратно прибью. Почему нет? О, какой страшный дядька. Защитник гор, господи. Что он в этих горах нашел? Мужик, оденься, простудишься. Кто-то, походу, его левую штанину украл. Кусочек оставил. Ну, я бы даже сказал, надкусал его так, легонца, малясечку. Следующее. Гамми-воль. Гамми-воль. Нифига себе. А пошустрее зови. Не, то сиськи умнешь слишком долго. Пошустрее надо, пошустрее. По ребяткам скучного. То до сих пор он сферу мучает. А пошустрее маленечко. Призывай всех по чуть-чуть. Алая тень, господи. Все хотят быть алыми. Никто не хочет быть просто там серо-буро козявчатым, например. Почему нет? Очень интригующий цвет. Так. Держи, царапкой. Готово. Давайте, валите уже отсюда. Так, еще пошли, ребятки. Окей. Пич, попадали все. Есть еще кто живой? Нет? Все? Все потихонечку рассыпались. Ну ладно. Коль не шуткуют. Так. Есть. Так. Вау. Во что она одета, господи? Какая-то проблема, походу, с их нарядами. Видимо, один модельер. Ну ладно. Я так понимаю, еще одного будут призывать. Судя по тому, что она стоит как вкопанная. Давай там уже шустрее думай, кого еще позовешь. К нам на тусовку. Давай, не спи,
Чувак! Чувак! Все, завис. Задумался. Или вот этого просто надо убить, наверное, демона. Ну-ка. Мне кажется, да. Поэтому, собственно, и тупит. Ну. Все? Ну, слава тебе, Господи. Омерзительная восьмерка. Так, командиров. Уничтожить командиров. Ну ладно. Как будто у меня есть выбор. Уничтожать или не уничтожать командиров. Или они словно меня спрашивают, а не желаете ли вы или не изволите, пожалуй, уничтожить командиров? Просто тупо появляются и говорят, херач, что есть силы. 5 человек, да? Готово. Штаять боятся. А если я не буду штаять, то что будешь делать? Ай, бегать хочу, дайте побегаю. Ну дайте побегаю. Не хотят давать мне бегать. Так, АТ пока на себе будет зацепит их, все будет классно. Вот и все. Готово. Че, еще не сдохло, что ли? Давай уже дохни. Тратишь наше время. Бека-бука. Вау! КТ сдох, нихера себе. За что мы у КТ убили? Он хороший маленький КТ. Аккуратный, нежный. Вот бяки-буки, а. Так, надо его резнуть. Котейку убили. Хулиганидзе. Маленький хулиганидзе. Так. Тик-тик-тик. Давай. Потусуем. Разок другой. Вот. Как классно. Ну. А ты сюда ко мне. Он все равно сейчас умрет. Ауч. Подлагнуло. Осталось самое интересное, да? Не менее интригующий организм. Секс. О, Господи. Так, а ты держи на себе. Это безудержное веселье. Секс. Твое дело. Пошла жара. Вот. Отлично. Давай, давай. Прокни. Ее, пошло. Поехала. На тебе, гад. Вот. Да выделывался. А нефиг выпендриваться, однако. Что тут у нас есть? Что ты мне дашь? Понятно. Лучше бы я не спрашивал. На посту городской стражи. Ау. Поехали. Однако. Отняка. Ну ладно, сойдет. Почему нет? Собираем потихонечку всякую лабуду с барахлом и кучу хахарящек. Надеюсь, они мне все понадобятся. А то места-то у меня особо немного. Сейчас тут захламлю все всяким хламом. Так, хорошо. Воу, полегче, парни. Стоят тут битухами играют. Это...
Спешники мучителями хвост осталось, получается, получить. Да ладно. Тарау. Чувачок. Цуватек. Цуватек. Оп. Теперь сюда. Ух ты, падик. А в падике, как всегда, страшные вещи происходят. Солдат. Пугать. Ну надо же, надо его пугать. Пиши пугать. Капец, он кирпичей наделал. Бедолага. А ты сам придешь? Я уж думал, опять к тебе бежать надо. Ну ладно. Хорошо. Ой, как они любят меня гонять туда-сюда. Ты поешь не мси. Разок-другой. Чему, собственно, и нет. Так, четвертинку. Она уже уровня набилась. В принципе, нормальки. Это хорошо. Было бы гораздо хуже остаться без доп-квестов. И только гриндить и фармить на, получается, на квестиках, на ешиках. Это очень печально, грустно. Ну и плюс еще долго. Так, что тут у нас есть? Вау, как меня подкинуло. Эй, полегче, подкидывай-то как. Ведь я ничего не делаю, меня просто подкидывает. Так, и закрыто. Блин, и ты, если прыгаешь, то прыгай. А то, блин, туда-сюда. Ванька, встань-ка. Оу. Здорово, старший тюремщик. Че у вас заключенные тут бегают? Просто так. Веселые ребятки. Еще один. То бишь, надо туда пойти, внутрь. Там же страшно. Ну хорошо. Пожалуй, я рискну здоровьем. Чему бы и нет. Посмотрим, что тут почем. Тек. Здорово, мужик. Ты будешь бякой-бокой? А, конечно, какие сомнения в этом были. Ну ладно. Придется тебя немножечко убить. Разок-другой. Не кричи, не кричи. Запор пройдет рано или поздно. Сейчас это лечат, мужик, не переживай. Опять меня подушить хотел, а? Извращуга. Я не играю в твои вот эти БДСМные игры. Все. Другое дело. Так, все, мне надо отсюда выйти. Хотя, наверное, лучше правильнее будет спросить, можно ли мне отсюда выйти. Чего-то больше других каких-то заключенных нет. Всего один как-то он стоял, скучал. Ну ладно, бывает. Так. Где тут? Ух ты! Как близненько-то, а? Ну надо же. Хотя я, в принципе, не особо-то удивлен. Да, неприятно, что так далеко, но... Они всегда туда посылают. Всегда посылают какую-то тьму тараканьку. Доброжелательные какие они, а? Кошмар. Прям сама эта, мать Тереза. Сколько я уже, получается, бабла просеял по этим телепортам. Кошмар. Вроде не сильно много, но все равно неприятно. О, господи. Валяются ребятки. Встаньте с земли, а то простудитесь. Опа. Полегче тут, у тебя сейчас пиксели выскочат. Со всех мест. Чудо как. Я думаю, лучше было его назвать не Чон Хадо, а Чудо как. Так было бы прикольней. Как всегда. Ну ладно, ты пешмси.
Однако. Никуда не денешься. Придется сделать грязьку. Что поделать? Грязька она такая. Ее просто надо делать. Такс. Окей. Пропустите меня или не пропустите? Я хороший. Видимо, сейчас меня все-таки какой-то мультик захотят показать. Даж такой мощный загрузон пошел, ёкарный бабай. Ну-с. Нет? Ничего. Я просто сюда тпшнула. Опять это лысый. Сейчас всяко он заставит меня с этим чудом-юдом сражаться, я уверен. Ой, таховы, ну надо же. Какая неожиданность. Так. Здорово, грубиян. Придется тебе реально убить. Что ж вы все такие? Извращенцы. Все вы хотите, чтобы я вас поубивал. Ну ладно, хозяин, барин. Коли так хотите, придется выполнить ваши пожелания. Готово. Никто не должен уйти! Мочи всех! Вот так надо кричать. Мочи всех! Никто не должен уйти. Так. Оу, палач какой дерзкий. Я так и знал, что он обманывает нас. Что во всем он, как говорится, в курсе всего этого происходящего, и все это он сам сделал. Мне кажется, или я их бью-бью, они лекуются. А нахер на тебя. Коты, иди ко мне. Так, тут как всегда беспредел, погнали. Так. Вау, элитники. Ну, давайте пообщаемся, коль не шутите. КТ. Займи несчастного. Смотри, покажем ему, как прекрасен этот мир в тумаках. Ну-ка, займи их немножечко, заинтригуй. Отлично, КТ. Красавчик. Конечно, все со мной разберутся. Какие сомнения? Ни капельки сомнений нет. Тут одни собрались профессионалы своего дела. Вот, один уже все отдыхает. Ушел на отпуск. Второй тоже отправлен на заслуженный отдых. Почему нет? Все в порядке, все так и должно быть, как всегда. Ничего такого странного не наблюдается. Так. Нет, не умоляю, не пощадите. О, да. Кто стоять? Где стоять? Засуньте ему что-нибудь куда-нибудь, да и все, и пытайте. Ха. Это произвол. Давайте ему это что-нибудь отрубим, и будет весело. Ха. Сразу все будет классно. Пощадите, прошу. Ну, как всегда. В темницу на съедение крысям. Крыськам. Так, и ну... Не, фух, я уж думал, опять сейчас куда-то меня отправят. Почему тараканьку? Такс, все тут типа все в заложниках, повязанные. Ждут отбывания этапа и трапезы, баланды. В темнице. Сарой. Так, имперский посланник. Ну надо же. Какие вещи мне подогнали, а? Прям такие слезы наворачиваются на глаза. Какие вещи дарят. Черепашка. Окей. Так. Вот почти половинку, да, дошел. Чуть-чуть осталось. До полтинничка процентов догнать опыт. Ну, лядненько. Думаю, сейчас все, в принципе,
срастется. Ну, по крайней мере, надеюсь. А там будет видно. Так. Тяк-тяк-тяк. Сейчас выполним, наверное, квест и, собственно, эту серию я закончу. Так. Окей. Пла-пла-пла, пла-пла-пла. Получен новый предмет для задания. Дали бумажку мне, пла-пла-пла. Здесь очень много текста. Очень-очень много текста. Не будем это читать излишне. Чего они от меня хотят? Открыть окно чата и дать команду вперед. А, вот здесь, да, типа. Окей. Ну что ж. Эй, не то пишу. Кстати, вперед вообще-то с Йо, ну ладно. Это получается вперед. А не вперед. Ну хер с ним. Однако. Так. Хорошо. Что ж, дорогие друзья, пожалуй, на этом я закончу серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх. Не забывайте подписываться на канал. Оставляйте свои мысли, пожелания в комментариях. Всем пока-пока.